И кроме того, кондукторам не платят, потому что когда общались с водителями, с кондукторами... Давайте сначала. Вот сегодня какой автобус вы ждете? Восьмой. С какого времени ждете? Четыре рейса должно быть. И ни одного нет. Сейчас такое время, такой период, что надо поливать, убирать. Такая погода стоит, а мы вот не можем уехать. Сейчас ходили в администрацию города, вот женщины, да, я видела. Скажите, что вам ответили? Ну, обещали разобраться. Сам глава города? Нет, не глава, заместитель. А в полный такой костюм? Что сказали вам? Назад увезут, а как? Где гарантия, что увезут? А разобраться обещали? Обещали. Нет, почему на тебя подсыпали дорогу? Там такой большой автобус, не без проблем. Ну мы-то чем? Восторг. Вон народ много там, садоводы, любители. Ну сам хозяин как безобразие. Вот из-за него все Надо поменять хозяина. Как прожить на 12-15 тысяч пенсии? Квартиру 5-6 тысяч заплатить. И, а что остается? А еще в возрасте лекарства. А что они посмотрите, какие? Какой 50? 100? 100 рублей, как морковка. Рукла 80 рублей. Да я вообще не могу, меня трясет.